воскресенье в Твери состоялось предварительное голосование «Единой России» на выборах в Тверскую городскую думу. Уже известны первые итоги. В частности, известно, что участвуют в праймерис пришло меньше 4% населения. То есть особого ажиотажа эта процедура не вызвала, несмотря на все слова о том, что это выбор определяющий. Это очень показательный результат, потому что жителей не обманешь, как выяснилось. Жители понимают, что единороссы придумали сомнительную процедуру для каких-то своих собственных целей. Поэтому просто проголосовали ногами, не придя на участки избирательные. И еще один важный этап, что многие действующие депутаты Тверской городской думы от «Единой России» проиграли предварительное голосование. Это очень отличный показатель результата работы, когда действующий депутат с достаточно большим ресурсом и возможностью как популяризировать себя проигрывает никому неизвестным директорам частных компаний. Можно, конечно, говорить сколько угодно о подвозе, но реальность такова, что очень мало действующих депутатов Тверской городской думы пользуются популярностью и уважением с народа. И это может сыграть злую шутку с партией власти на выборах, потому что многие из проигравших обладают достаточно ресурсом, чтобы в итоге все равно увидеть себя в бюллетене, но потом не получить поддержки у населения и, как следствие, проиграть выборы. Это было мое личное мнение. Алексей Полухин.